Давайте пробовать. Светлана, я не слышу хруста безе. Светлана, я не слышу хруста безе. Светлана, хруст безе где? Где хруст безе? Ну, я так и знал, что безе там нету. Вот такой вот пакетик. Распаковочка тайм. Побольше на пасту. Only good vibes. И вот такая вот дурацкая собачка. Ну, прикольно. Я думаю, что вот этот вот на российский паспорт. Да, трэш. Потом вот такие. Я спросила, какие конфеты прям супер-супер-супер кислые. Они сказали, что вот это. Вот это. Так, потом самое интересное. Кимчи. Чиз. И какой-то спайси 2Х. Так, пробую энергетики. Так, первый лот. Wake up zero sugar. Cherry cola energy. С моими ногтями это еще нужно открыть. Честно, я не помню, когда я колу пила последний раз. Ну, реально лет, наверное, в 14. А это неплохо. Как сейчас отмонтирую? Рекомендую. Итак, пришло время оставшихся двух. Девочки, сейчас будет тахикардия. Тахикардия. Что, давайте первый затестим. This one. Вольт. Пахнет уже волокордином. Снимаем пробу. Ну, честно, это чисто Red Bull. Так как Red Bull с сахаром, только без сахара. Теперь Adrenaline. Открываем. Но как будто тут вкуснее было.
Так, ну что, всем привет. Тест белого Zero Adrenaline Rush. Рабочая сторона, подождите. Минус дубль. Все рабочее. Белый, кстати, вкуснее, чем голубой. Рекомендую. Но вот тот Cherry Cola и... Бесплатная реклама. Cherry Cola и Volt топовый. Топ за свои деньги. Ближе можно? Так, ну что, мы снимаем влог очередной. Мы вот пофоткались. Очень много скоро фотографий. Что вы скажете, Марго? Погода просто улет. Улет. Короче, прыгай в тачку, малыш, погнали. Ладно, погнали. Едем. Не, верни назад, Зая. Да, пиздата, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, мне так понравился, можно назад? Блядь, ну я тебя люблю, ну, пожалуйста. Пиздец. Почему? 20 человек смотрит на нас. И блядь, Sky смотрит. Я себя uncomfortable чувствую. Егор, давай вот этот ворот. Фак. О, пошли вот здесь пофоткаем. И так на каждом шагу. Ну тут красиво. Вот тут красиво. Вот тут красиво. Так, я в маминых очках. Так он спиздило, пока она здесь не живет. Сейчас едем встречать мою бабушку. Наконец-то. Мне так бесило, что она не здесь. Я прям скучала. Так, и сейчас мы... Адреналин. Пиздец. Что за трэш? А, прикол в чем? Почему мы вообще заехали за энергетосом? Потому что моя бабушка, она просто тащится по энергетикам. Я тебе говорю, это фанат. Это фанат пожестче нашего. Она сейчас прилетает из Дубая вообще. Она там отдыхала. Где моя? Идет моя. Идет. Солнышко. Вот.
из Дубаева. Сегодня была уже на силовой тренировке. На самом деле, я очень сегодня устала, даже, ну, не в перерыве, а просто пошла, когда в раздевалку, съела половинку батончика, потому что мне просто начали покидать силы, и когда вот я понимаю, что у меня падает сахар, я резко хочу спать. Прям, ну, типа, вот так, по щелчку. Вот так, по щелчку. Не так, как было сначала. Во-первых, оцениваю, как вообще получился влог. Я его выложила сегодня утром. Вот. В целом, на самом деле, я думаю, для там второго влога это вполне себе неплохо, учитывая, что я все делаю сама, и это реально стоит больших затрат физических, эмоциональных, это все отредактировать. Сейчас сижу и делаю заказ на золотом яблоке. Блять, что с фокусировкой? Хочу взять все три кисточки от Manly Pro, румяна на пробу. Они именно по цвету единственные, которые есть на золотом яблоке, холодного розового оттенка. Маска экстрим восстановления для безнадежных волос. Ну, я бы не сказала, что они прям безнадежные, но половина башки покрашена в белый. Это просто боль, моя боль. Дальше идет питательное масло Butter. Хочу делать с этим типа как маску и феном сушить. Типа такой экспресс-уходик дома. Значит, шампунь для абсолютной красоты волос и кондиционер тоже для абсолютной красоты волос. Про давины, что я могу сказать? Ну ладно, я не пробовала все, но вот этот Now, это просто моя любовь. Шампунь и кондиционер. Спасибо каждому за просмотр моего ролика. Всего вам самого доброго и пока-пока.